Всем привет, ребят. Утятки. В общем, сегодня их выносил на день вот туда в клетку, в ящик, ну, которая на улице, которая полностью закрыта, и посадил им утку. Но вот эту она сидит на пустом гнезде. Вот это. И, в общем, она не захотела их водить целый день. Там, конечно, солнышко светило вот в этот ящик. И она сидела в одном углу, а они сидели в другом углу. И не хотят они вместе сидеть. Утка, которая вывела утят, не всегда хочет сидеть с ними. Пытается убежать на то место, где она насиживала. А эта утка вообще ничего не вывела, поэтому не получилось ей добавить утку. И все остальные, которые сидят на яйцах, примерно такие же, потому что они еще не вылупили. А эти валенки ни черта не понимают. Пей. Давай водичку. Я вот это их носом утром тыкал, потом в обед забегал. И вот сейчас, мне кажется, они сюда к воде вообще не подходят. Надо ее туда ближе им поставить. Страшно им сидели, утка вывела, а тут на тебе, никого нету. Пей. Пей. Оп. Вот так. Но пусть уже ждут мамку, которая их вывела. У нее там пара дней осталось до вывода. Так что я думаю, что они ее еще не забудут, а она их спокойненько примет. И вот так, они сидят вот там в углу, поэтому лампу, то ж лампа была вот здесь постоянно, пришлось немножко туда передвинуть, потому что они мерзли, спрятались в угол помещения, то на улице свежо, ночью плюс 4, а под лампой им. Под лампой переночевали они отлично. Я думаю, что... Так, водичка как-то неровно не вытечет. Поправить. Вот так. Чтоб и не сильно далеко, и не прям под лампой, чтоб не грелось. Так как у меня предвидится большой вывод, вот сейчас в сентябре, поехал, купил мешок комбикорма. Ну, сразу, чтобы уже было все готово. Водичка обычная, со скважины, не кипяченая, мускусным утяткам. И так нормально, так что все будет у них хорошо. Вот так. Да. На улице холодно. В помещении вообще красота. То есть свинки не хэкают, не это. Аппетит отменный. То есть вот погода вот эта осенняя такая прям классная. Мне прям нравится. И мне нравится, что у свинок уже все хорошо. Ну. Так вот этим обормотом нужно водички сейчас будет долить. Через 5 минут. Да, хлопцы? Касатушка. Касатушка. Вот так. Вот. Комбикорм для гусей, уток и кур. Это самый лучший. Ну, то есть я имею в виду, из того, что здесь продается, я беру щедроныва и вот этот топ-корм. Это второй мешок, который я взял. Щедроныва здесь в Савинцах нету. А есть этот и есть изюмский. И еще какой-то. То есть вот из тех, что продают, вот этот максимально хороший. Да, лепехи? Сейчас я у них почищу. Так что вот так. Видите, как чуть-чуть свежее стало. Свинота уже не хочет ложиться в лужи. Уже пытается лечь на сухенькое. Чистюлечки. Наконец-то я дождался этого момента. Вот так. Да, хлопцы, девки. Даже черные. Спросили, где второй черный поросенок, ребят. Вот они, два на месте. Их, я не знаю, может, было не видно. Тот вон уже поправился. Этот такой тоже уже живот увеличился. И надеюсь, что в ближайшее время тоже начнет поправляться. Кыш. Кыш.
И будет тоже красавчик. Где фокус? Кыш, не подходим. Нет. Кыш. Во. Ждем. Отсек еще не открываем вам. Кыш. 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 Не лезь. Сегодня сейчас начали косить подсолнух, сейчас поедем посмотрим, как оно настроили жатку, как настроили решето в комбайне, потому что подсолнух это не зерно, оно легкое, и вентиляторы как настроены. Да, ребятки, сейчас я вам соломки кину. Вот это. Страшно? Ага. Вот так. Вот, ребятки, сделали опять еще 100 килограмм гранулы специально для вот этих поросят. И вот как только они ее доедят, вот эти 100 килограмм, я думаю, что уже черные тоже будут в порядке, будут прям толстенькие, как и все остальные. Ну и все, и за них уже переживать не стоит. Эти прям вон какие лощеные. Да, и тот черный уже почти такой. Сейчас. Во. Кыш. Здесь гранула с добавочкой от топ-корма тоже. Кушать будем, а будем лепешечки. На, водичка пока есть, так что все нормально. Да, пузатики. Кыш, 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 кыш. Не кусаемся. Кыш. Кыш, кыш. Вот видите, вот этот остался только худенький. Той уже черненький. Ну, вот тот уже такой прям. Ну, ничего такой. Думаю, что и с этим все будет хорошо. Тяжело, тяжело его прям. А чтоб он стартанул. Да? Этих вот, когда кастрировал месяц назад, они были вон такие, как тот черный. Сейчас вот такие уже прям два. Два кабана нормальные. Думаю, что к Новому году уже все будут в таком весе, при котором можно их будет всех убирать. Так что вот как-то так. Кыш. Так, осталось чуть-чуть яблочек. Красавица, будешь яблоки? Жарко. Я говорю, уже свежо, оно даже жарко. Кинул, и ни одно под морду не свалилось, да? Понравилось этой красавице и яблочки. Пьют водичку, пьют. Не хотят сидеть без мамки. Страшно им.
страшно не от того, что они без мамки, а от того, что их мало. Вот если бы их была большая кучка, им бы было спокойнее. Так всего два штуки. Но на самом деле спасибо, что два, а не один. Вот с одним точно непонятно, что делать. Ну, вот такие дела. Все, валите под лампочку. Под лампу давай. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.